Так, подлетает МКС к поясу Ориона. Сегодня 3 апреля 2021 год. Бросил я за МКС гоняться. Так, и жду, пока он пролетит через эту точку. Через несколько секунд должен, если повезет. Я его вижу. Сейчас должен пронестись через кадр. Звезды двигаются. О, елки-палки. Пронес, отлично, да, почти заметил. Почти попал. Ну, чем больше будет попыток, тем больше шансов на успех. То, что не могу резкость. ИСО очень большое поставил, все-таки маленьких ИСО не тянет. Ну, покажи нам свои солнечные панели МКС. Не. Ну ладно, если повезет с погодой. Да, на таких высот просто. В белое пятно превращается МКС. Где ты? Это ты? Да, камера стоит. Так, приближаю. Ну, что называется, чисто символически. Это он уже между деревьями мигает, за ветки деревьев. Низко над горизонтом уже пролетает. Сейчас еще появится. Это все еще ветки деревьев. Ну вот уже это фонари Салтовского депо. Все, ладушка, будем, значит, еще другие попытки делать. Что у нас там сегодня? Завтра утром, если повезет с погодой, вот вроде облачка разошлись, 20:17 по Киеву, в Харькове. Сегодня 3 апреля 2021 год. И завтра, если облачка разойдутся, с утречка в 5 утра хочу снять сразу. Рядышком будут Луна, Сатурн и Юпитер. Прямо перед восходом Солнца. Будем надеяться, повезет с погодой.